Всем привет! Начинаем путешествие по моему городу. Хочу вам показать грандиозное строительство, как я считаю. Это западный скоростной диаметр. Но хочу показать вам со стороны моря, как выглядит это сооружение. Вот, примерно вот так, как вы видите. Разработка и строительство проекта началось в 2004-2007 годах. В 2005 году он как бы начался. И вот до сих пор идет это строительство. Ну, близко уже окончание. Вот основные характеристики. Около 47 километров. Это общая протяженность магистрали. Полос движения от 4 до 8. Около 14 транспортных развязок. Разрешенная скорость движения 110 км в час. Ну и интенсивность посчитана как более 100 тысяч автомобилей в сутки. Вот. Ну, сколько будет, это неизвестно, но во всяком случае вот так озвучено на сайте ЗСД. ЗСД состоит из трех как бы участков. Это южный участок, центральный и северный. Вот этот северный участок в 2014 году, в мае, уже был передан на эксплуатацию магистрали северной столицы и приступил к платной эксплуатации. Действительно, циклопическое сооружение огромное. Что-то мне напоминает некую такую змею, которая висит над городом. Конечно, это сооружение должно каким-то образом разгрузить город. Но посмотрим. Будем надеяться на это. Хотя изначально ЗСД должно было решить задачу полноценного транспортного обеспечения морского порта Санкт-Петербурга, через который осуществляется поставка в Россию около 50% всех импортных грузов, перевозимых на морском транспорте. Ну, не только ввозится, но и вывозится 11% от общего объема экспортных грузов. Поэтому, конечно, она должна помочь. Ну вот примерно так выглядит наш западный скоростной диаметр с воды. Все, всем пока, всем привет. Хотел просто показать вам это грандиозное сооружение, которое идет вдоль всего города, по периметру. Все, всем пока, всем привет, до свидания.